В ярких жилетах с фонариками в руках. Эта зарядка на свежем воздухе смотрелась феерично, особенно с высоты птичьего полета. Выглядела она как настоящее световое шоу. Флешмоб полностью оправдал свое название «Засветись, Нижнекамск». Развивают внимание, здоровье. Очень нравится им на это все выступления выходить. Тем более на такую огромную аудиторию. На каждое предложение садика мы с удовольствием всегда участвуем во всех конкурсах. Тебе сегодня вообще здесь нравится? Да. А что больше всего тебе запоминает, что больше всего нравится? Танец. Юные помощники госавтоинспекции, танцуя, показали, как важны световозвращающие элементы в одежде. Это как яркие маяки для водителей, которые благодаря им увидят пешехода даже на самом темном участке дороги. Подобный флешмоб в Нижнекамске проходит впервые. Это у нас юбилейный год. В этом году у нас исполняется 50 лет детскому движению «Юный инспектор движения ЮИД». Наша республика, одна из первых, скажем так, развивает это движение. У нас в городе есть такой уникальный центр, как детский автогородок, который тоже развивает это движение. Он уникальный в том плане, что он единственный в республике, и в России их не так много. Основной посыл этого яркого мероприятия – профилактика детского травматизма на дорогах. Большая доля ответственности в этом, конечно же, и на родителях. Они тоже должны понять, что ношение световых элементов – это безопасность вашего ребенка. Даже в таких развлекательной форме показывается детям, что вот нужно носить светоотражающие элементы, которые мы, конечно же, применяем в своей жизни. Обучаем ребенка, чтобы он безопасно вел себя на дорогах. И очень благодарны за такую атмосферу. В мероприятии приняли участие дошкольники. Всего 150 детей. Их танец в парке «Семья» также был приурочен Году здоровья, объявленного в Нижнекамске. Все участники флешмоба получили заряд положительных эмоций и памятные подарки о том дне, когда они засветили свой родной город. Денис Макаров, Булат Абдульманов, новости НТР.